Ветер 10 метров в секунду с порывами до 16 привел к чрезвычайному происшествию. Во дворе 20-го детского сада, который находится на улице Калинина, упало дерево. Пострадавших нет. Ориентировочно около 2 часов поступило это сообщение. Выехали на место, оценили данную ситуацию. Проводим опиливание упавшего дерева. Сейчас будет задействована также у нас тяжелая техника, кран для того, чтобы приподнять это дерево и избежать дальнейшей, как говорится, чрезвычайной ситуации, которая может только все еще больше осложнить. В настоящий момент здесь на данном участке задействовано 5 человек в составе всей дежурной смены. Ситуация осложнилась тем, что, упав, дерево создало угрозу проходящей здесь теплотрассе. Без горячей воды могло остаться несколько многоквартирных домов по улицам Калинина и Лозового. Вырвало с корнем старую очень иву, диаметр ее около метра. Эта ива легла на трассу и на гаражи. Вовремя среагировала бригада «Кубань-Спаса». Сейчас бригада занимается мероприятиями. Предприятия тепловые сети окажут также помощь для того, чтобы ликвидировать эту ситуацию, чтобы наши жители все-таки получили вовремя отопление и горячую водичку. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».